Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жанно Самаюктам Бинда Ванам Манухарам Банчакалпатаруашакипасиндубевача, патитанан пабуне бхавишнабхибхьо намо намах, муканкароти вачалам пангум лангхайтагирим, яткипатамахам банде парамаанандамадавам, Бриндаваны Тулсидев Вайпиявай Кесавасача. Шна Бхакти Паде Деви Шатва Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскитта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тату Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрашва Пракасанича Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодваран Дейям Сада Парибхабагнам Авиштадухам Титхас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатопал Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чарунаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджи, токима пигоба бодушва дарши, пурнанурагра сасагра сарамурти, сарадикамай кадакбам кроши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитянанда, Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитянанда, Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита фужоу канука бодато санкиртаной капитару камала ятакшо вишам бару дижавару жугадхарму палу банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Таба Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупенна Саданаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяну Прияманангу Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Ваги саджушва бадане, лакшми джасва ча бхакшаши, джасьясте хидая самбид, твам шингамахам бхаже. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Шри Чайтанна Падам Бхожа Мадхупебхьо Намо Намаха.
Kathanchit Asrayat Jesham Sa Upi Tat Gandhavag Bhavet. Sri Chaitanya Padambhuja Madhupebhyo Namo Namaha. Sri Chaitanya Padambhuja Madhupebhyo Namo Namaha. Kathanchit Asrayat Jesham Sa Upi Tat Gandhavag Bhavet. Gauriya Goshtipati. Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, для того, чтобы изменить грязные наклонности обусловленной души, приходят гуру и вайшнавы. Их желание изменить грязное сердце, очистить грязное сердце дживы, обусловленной души. Это самое яркое проявление джива-доя, милости к дживе. Прабхупад объясняет, что очищать грязное сердце обусловленной дживы является самой большой милостью для дживы. Вайшнавы не хотят, чтобы джива страдала жизнь за жизнью. Им невыносимы страдания дживы. Они не могут видеть, как жизнь за жизнью она страдает. Поэтому вайшнавы хотят помочь дживам обрести бхакти. И это является самым главным проявлением смирения, милости, дживе-доя. Некоторые думают, что благотворительность, такая как открытие больниц, школ и так далее, и есть милость, милосердие, сострадание. Но Прабхупад объясняет, что подлинная милость — это помочь атме, но не телу. Прабхупад говорит, что люди заняты своим телом. Они не понимают, не знают, не осознают существование души. Таким образом, джива-доя заключает в себе благо для обусловленной души. They are very tasty, na? They are going to make fool of us. They are speaking, if you are going to serve Jiva or Jiva here, then it is a service of Baba. If you are going to serve Jiva... Некоторые из представителей Майявади заявляют, что если вы будете служить Дживам, то это и есть служение Господу. Господу не нужно служить отдельно. Но это ложная теория. И я уверен, что эти люди не такие, как Ранти Дев. Ранти Дев обладал осознанием, и поэтому он мог видеть Господа в каждом, и поэтому он служил каждому с этой концепцией. Но он никогда при этом не говорил, что Бхагавану служить необходимости нет. Нет, он просто служил от того, что не мог вынести страданий джив. Также сказал Васудевадатта, «Прабху, ты освободи всех в этой вселенной, и все грехи живых существ отдай мне
Это сказал Васудев Датта Махапрабху. Все их грехи отдай мне, я буду страдать жизнь за жизнью, буду страдать вечно, но пусть они получат освобождение. Когда Махапрабху услышал это, он начал смеяться. Ты как Прохлад Махарадж, поэтому ты очень сострадателен. Прохлад Махарадж хотел, чтобы его отец и его друзья получили освобождение. Но зачем тебе беспокоиться, когда ты молишься Бхагавану, Бхагаван внимает твоим молитвам и проливает милость на джив, за которых ты молишься. Как фиговое дерево. Мадхва Госвами Махарадж приводил пример, что в фиговом то есть инжир растет на дереве. Точно так же, как Кришна обладает многочисленными брахмандами. Он запросто может освободить одну из этих брахманд. Но он сделает это по просьбе своего преданного. То есть Махапрабху объясняет, что нет смысла тебе брать на себя грехи человечества. Тебе достаточно просто вознести свои молитвы Господу. То же самое говорит Рантидев. Я хочу взять на себя грехи всего человечества. В действительности, хотя нам и кажется странным, что как может быть такое, что все дживы получат освобождение, но во время читания Махапрабху именно это и произошло. Когда Рамачандра завершил свою лилу и вознесся в свою вечную обитель, конечно же, Айодхья также является вечной обителем. Тем не менее, он ушел в трансцендентный мир. И при этом забрал всех джив, всех своих спутников, всех Айодхья-васи, то есть всех жителей Айодхья. Он забрал с собой в трансцендентный мир. Этот вопрос обсуждался в разговоре Харидас Такура и Махапрабху. Махапрабху спросил, если Рамачандра забрал с собой всех обитателей Айодхи, значит, она опустела здесь, на земле? Нет, — ответил Харидас. Бхагаван настолько разумен, что он населил Айодхью новыми дживами. Это можно сравнить со светом в темной комнате. На свету видно бесчисленное количество пылинок, которые парят в воздухе. И такие пылинки можно сравнить с многочисленными дживами. Мы
understand how possible. But in relative, it is relative world. So this is so Ranthidev going to мир относителен. I can suffer better can live. So this way Ranthidev praying, Vasudev Dutt was praying their own prayer to Bhagavan. And Bhagavan, we know, so merciful. Бхагаван настолько милостив. Мы думаем, что главная причина, по которой Махапрабху пришел в этот мир, распространить святое имя. Он принес сюда санкиртану. Но через несколько дней мы будем говорить о более глубокой причине его прихода. Итак, Прабхупад объяснил, что есть подлинная джива-доя. А все ложные миссии, которые совершают так называемое милосердие, оказывают так называемое милосердие, заняты служением телу, но не душе. Таким образом, весь мир сбит с толку неправильным пониманием истин. Они утверждают, что Бхагавану служить не нужно. Что то же самое — это служение обычным дживам. Но при этом они едят мясо и рыбу. Разве это джива-доя? Если вы действительно служите дживам, если вы действительно заботитесь о дживах, тогда зачем вы едите животных? Почему вы едите мясо и рыбу? Эти люди не обладают даже четким представлением о карма-марге. Они считают, что они следуют ему, но это не так. Хотя они считают себя карма-йоги, они таковыми не являются. Это легко доказать, поскольку концепция карма-йоги абсолютно отлична от того, чему следуют они. Они курят сигареты, едят мясо и при этом заявляют, что обладают любовью к дживам. Но разве это правильно? Это наслаждение своим бессознательным состоянием. Нет сознания, поскольку если бы оно присутствовало, они не начали бы себя так, они не стали бы так вести себя. У них нет представления о Бхагаване, но они проповедуют, широко проповедуют за границей, на Западе. Я уже рассказывал о том, как Шри Сиддхартха Госвами Махарадж выступил против одной из миссий, которая излагала полностью ложную сиддханту. И Шри Сиддхартха Госвами Махарадж опроверг их. Он утвердил, он доказал, что послание Махапрабху является высшим.
И благодаря этому, благодаря речи Шридхары Госвами Махараджа, его попросили выступать еще на протяжении 15 дней. Хотя из-за сложившейся ситуации в начале проповедническую программу хотели закрыть, хотели остановить. Но Мадхава Госвами Махарадж подошел к организаторам и сказал: «Я беру всю ответственность за мероприятие на себя». И тогда организаторы согласились. Мадхава Госвами Махарадж и Шридхара Госвами Махарадж говорили, и слушатели были настолько восхищены их речью, что просили их говорить вновь и вновь. Таковы трансцендентные качества нашей Гуру Варги. Мы хотим поместить их лотосные стопы на свою голову навеки. Итак, я начал с этой шлоки, в которой говорится, что даже дворовый пес, может обрести милость представителей нашей Гуру Варги, милость Чайтани Махапрабху. Таково могущество нашей Гуру Варги. Итак, Вриндаван Дас Такур говорит, что он пнет того, кто не понял послание Махапрабху, славу Махапрабху. И мы должны понимать, что тем самым он хочет пролить на нас милость. Но глупцы считают, что это проявление отсутствия смирения. И считают, что они вправе преподносить урок смирения Вриндаван Дас Такуру. Но когда Парикшит Махарадж рассказывал Шримад Бхагаватам, ему было всего 16 лет. И его слышали. Выдающиеся мудрецы. Итак, Вриндаван Дас Такур, как говорит Прабхупад, является единым гуру в нашей сампрадае. Вчера, по милости Вриндаван Дас Такур Махашая, мы говорили об этом. To give you clear conception that Chaitanya Mahaprabhu avatar, golden avatar, is the topmost avatar. В этом стихе говорится о том, что Чайтанья Махапрабху является самой милостивой аватарой. Он распространял милость всем и каждому, даже Джага и Мадая. Прабхупад и Бхактивинода Такур в комментариях говорят здесь о Навадвипе
и Майпуре. Сахаджия считает, что... То есть здесь Прабхупад объясняет, что подлинное расположение Дхаммы. Есть одна книга под названием «Читре Навадвип», в которой содержится карта Навадвипы, изначальная Навадвипа. Та самая карта, которую нашел Бхактивинод Такур. Это, то есть Прабхупад написал много на Дипатхаме для того, чтобы у людей было правильно представление. Здесь он цитирует шлоку Шрилы Прабхупады Сарасвати Пада. It's all written by Prabodhananda Saraswati Bhava. Navadvipa Shataka. So nice. Navadvipa Shataka. So all documents Prabhupada wanted to represent here. Прабхупад предоставил здесь множество свидетельств. Main thing, our Jagannath Dadwaj Maharaj Siddha Mahatma came here. И наш Джаганнат Бабаджи Махарадж, Сиддха Махатма, сам пришел сюда и указал на то, что это подлинное место рождения Чайтаньи Махапрабху, начав танцевать там. Таким образом, несомненно, это место является местом рождения Чайтаньи Махапрабху. Рядом находится Адвайта Пад, Шривас Пандит Пад. Чуть подальше дом Чандрашекара Ачарьи. Все это логично. В настоящий момент там находится Гаудия Матх. Два-три года назад, когда мы обсуждали места паломничества во время Харикатхи, я рассказывал о том, описывал разные места в Навадвипе. Мы говорили о их славе. Говорили о Белпукуре. Говорили о храме Джаганнатха. Бхактивинода Такур открыл все эти места. И пусть люди говорят, что хотят. Нам нет никакого дела до этого. Они порой обманывают людей, говоря, что когда люди пытаются найти место рождения Чайтаньи Махапрабху, они говорят, не ходите туда, вот оно здесь, оно в Навадвипе. Мы вам сейчас покажем, где. Рудрадвип, Белпукур.
русло Ганги порой меняется. Движение Ганги изменяется. Имеется в виду ее течение. Может быть, вы видели, есть место, где раньше протекала Ганга, но теперь нет, там ее нет. Когда вы переплываете с Навадвипы на Навадвипу, и когда едете на железнодорожную станцию, это место можно увидеть. Огромная площадь, где раньше протекала Ганга. И таково было ее изначальное течение, изначальное расположение. Вы были в Харихара-кшетре? Там также можно увидеть место, где раньше протекала Ганга. Теперь ее там нет, но, как правило, сейчас мало кто знает об этом. Когда Ганга изменила свое расположение, получилось так, что некоторые святые места оказались на противоположном берегу, но изначально они были все вместе. Джива Госвами пишет в своих сандарбхах о Шри Чайтани Махапрабху. И все это приводит здесь в комментариях Шрилы Прабхупады. Итак, Навадвипа высшая среди всех дхам. Даже полубоги хотят принять ее прибежище. Даже если вы совершите какой-то аппаратху, какую-то ошибку здесь, святая Дхама может простить вас. Но Вриндавана Дхама, к примеру, никогда не прощает. Радхарани не делает поблажек тем, кто допускает ошибки в служении Кришне. Но здесь Навадвипа Дхама прощает. Но что означает по-настоящему находиться в Навадвипа Дхаме? Даже собака может жить здесь. Рыбы в пруду живут в Навадвипе. Это приводит пример Джива Госвами. Рыбы живут в Ганге. Кошки, собаки живут на Навадвипе. Но это еще не говорит о том, что они делают это в подлинном смысле слова. Как мы знаем, Ашватама по сей день не получил милости. 5500 лет уже прошло, но Кришна до сих пор его не простил. Но у него есть вера. Он принял прибежище Вриндавана Дхамы, он совершает баджан, и у него есть надежда. До сих пор есть надежда. Некоторые видят Ашватхаму, как он старый, больной лепрой. И от него ходит по Вриндава, но от него разносится дурной запах. Он пишачи. То есть это дух привидения. Запах от него настолько ужасный, что его можно ощутить за несколько километров.
Это произошло с ним, потому что он оскорбил Вайшнава. Тем не менее, он до сих пор надеется на то, что Кришна простит его. Он принял прибежище Браджадхамы, совершает там баджан на Пишайгаон. Это деревня, и я был там. Она находится на... юго-западе. Как правило, преданные не посещают это место. Потому что не знают о нем. Тем не менее, до сих пор Ашватама совершает там баджан. Итак, очень практично для нас принять прибежище именно у Навадвипадхамы. Во время повторения святого имени, мы во время Харинама, мы должны совершать Навадвипа парикраму в уме. Мы можем начинать с Гуру Питха, затем пойти в Нанданачарья Бхаван, обойти там святые места, затем дойти до Йога Питха. Парикрама не подразумевает, что мы должны возвращаться назад. Парикрама подразумевает, что когда вы... То есть вы пошли, вы не должны возвращаться. Вы останавливаетесь, чтобы отдохнуть в каком-то месте на вашем пути, но затем продолжаете путь, а не возвращаетесь. То есть таково правило парикрама, что когда вы вышли, возвращаться уже нельзя. Я должен идти только вперед и обходить святые места. Из Нандачарья Бхавана я иду в Йога Питх, затем я сворачиваю налево и захожу на Вардвадштилу, к Джагай Мадай, обхожу там Джайдев Госвами Пад, иду в Белпукур, Симанта Двип, поворачиваю к храму Джаганатха. Иду в дом Шридхара, к Кази Самадхи, а затем захожу в читание Мадх, к Мурари Гупте, пересекаю реку и иду в Годрум Двип, Суварна Бихар Кшетру, Нарисимхапали, Риту Двип, Чампакахати. Иду в Видьянагар, Джанудвип, и затем я возвращаюсь к Навадвипу и получаю даршан Параматалы. В Коладвип, в Матхшила Кешава Госвами Махараджа, и затем возвращаюсь. Итак, это очень просто. Во время харинама совершать такую парикраму. Конечно же, если ваш ум беспокоен, у вас ничего не выйдет. Если ум спокоен, вы будете наслаждаться такой парикрамой. Таким образом, если вы примете прибежище Навадвипадхамы, с вашими проблемами будет покончено. Но нужно принять прибежище, а не думать так, что «О, Махарадж, я тут живу, и тут снимаю жилье». Это не означает находиться по-настоящему в Навадвипе.
Ведь есть много правил и предписаний, тому. Сейчас мы поговорим о бхактах. Вриндаван Дас Такур обучает нас, как правильно почитать преданных. Бхагаван провозглашает, что поклонение мне не так уж важно. Гораздо более значимо поклонение моим преданным. То же самое говорит Шанкар Бхагаван Парвати. О, Деви, поклонение Вишну благоприятно, тем не менее еще более важно поклоняться его преданным. Вриндаван Дас Такур пишет то же самое на бенгали. Поклонение моему преданному важнее, чем поклонение мне, говорит Бхагаван. Он устанавливает эту сиддханту в Ведах, Веданте, Бхагаватам. Он провозглашает это, подтверждает во всех писаниях. Если вы хотя бы чуть-чуть знаете бенгали, вы сможете понять, о чем здесь идет речь. Помимо этого, Вриндаван Дас Такур приводит шлоки из различных шастр. Из Бхагаватам. Кришна говорит Удаве. Удав, поклонение моему преданному гораздо более важно, чем поклонение мне. Кришна говорит Удаве. Ты должен видеть меня повсюду. Мы должны понимать, что в сердце каждого человека находится Господь. Тогда я не смогу оскорблять его, не смогу причинять ему боль. И Прабхупад объясняет, что когда я умышленно сбиваю с толку дживу, обманывая ее, рассказывая какую-то ложную философию, я совершаю в высшей степени джива-ахимсу. Простите, джива-химсу. Насилие над дживой. Порой лучше промолчать, чем обманывать, чем сбивать с толку живую душу. Хотя, когда вы знаете подлинное знание, но при этом не даете его другим, это также относится к оскорблению.
Бхагаван вездесущ, он повсюду. В сердце каждого живого существа. И Вриндаван Дас Такур Махашая объясняет, что именно по этой причине, прежде чем начать свою книгу, я вознес поклоны всем вайшнавам. Я прославил преданных. Шрила Бхактивалла Тиртха Госвами Махарадж часто говорил, что эту шлоку это очень знаменитый стих, в котором говорится, что если мы будем помнить о Гуру Вайшнаве и Бхагава, о Вайшнавах и Бхагаване, проблемы, которые должны бы прийти в мою жизнь, не придут. Благодаря моему постоянному памятованию о Гуру, Вайшнавах и Бхагаване. И я беспрепятственно достигну цели своего баджана. Это же самый простой процесс. Не нужны ни деньги, ни что бы то ни было еще. Просто помнить о Вайшнавах, о Гуру и Бхагаване. Итак, Вриндаван Дас Такур объясняет, именно по этой причине я захотел начать свою книгу с прославления Гуру и Вайшнавов. Я сделал это для того, чтобы на моем пути не возникло препятствий в моем служении. И прославив великих вайшнавов, я определенно достигну успеха. Сейчас же я хочу предложить поклоны моему Иштадеву, моему гуру Нитьянанде. По милости Нитьянанды Баларама, у меня есть силы прославить Чайтанью Махапрабху. Я смогу прославить Чайтанью Махапрабху. Любую шастру можно проповедовать любую шастру по милости Нитьянанды. Как только я увижу, что в вашем сердце заключены лотосные стопы Нитьянанды, я сразу же обниму вас, заключу свои объятия. Это говорит Вриндаван Дас Такур. Я понесусь к этому человеку и припаду к его лотосным стопам. Вот это и есть подлинная чистота, это и есть проявление бхакти. Мы можем прославить Нитьянанду, мы можем прославить Гаурангу лишь по милости Нитьянанды. Поскольку мы знаем, что Ананта Шеш, то Иштадев Бандамор Нитьянанда Рай
По милости Нитянанды, я смогу прославить вайшнавов и Чайтанью Махапрабху. Говорит Вриндаван Дас Такур. Анантадев — это сахасра в этом стихе означает тысяча. Но у этого слова есть и другие значения. В этом стихе оно использовано как указание на бесконечность, бесчисленность. Я хочу прославлять Господа Чайтани так же, как Анантадев своими бесчисленными ртами прославляет Кришну. Если я дам вам очень дорогой бриллиант, драгоценный камень, то есть я дам вам на сохранение, если я дам только тому на сохранение, на хранение какой-то драгоценный камень, кого я, кому я доверяю и люблю. Все сокровища Гауранга Лилы, Кришна Лилы, находятся на устах Анантадева, Нитьянанды. Это редчайшие сокровища. Находится на устах Нитьянанды
поскольку он является самым доверенным лицом Господа Чайтанья. Кришна является Вишай-Виграха, но в нем проявлена Ашрай-Виграха. So also in Rasa Lila, Rasa Lila also I can give evidence here what I wrote. Rasa Lila also Balaji Maharaj has his separate guru. Во время у Rasa Lila своя группа гопи для совершения Rasa Lila. Об этом писали и Шрила Бхакти Прамодпури Госвами Махарадж, и Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Итак, слава Кришне находится на устах Анантадева. Поэтому, говорит Вриндаван Дас Такур, прославив вайшнавов, я перешел к прославлению Анантадева. Прежде чем прославить Кришну, я должен прославить Баларама, потому что кто покажет мне славу Господа, если не Он? Если я хорошо прославлю его, я смогу и должным образом описать Чайтанья Лилу. After glorification of Balaji Maharaj, I can get the power to glorify Gauranga Mahaprabhu. Atayev age Balarame stavan. Stavan means glorification. Благодаря прославлению Анантадева, прославлению Нитьянанды, я обрету силу прославить Чайтанью Махапрабху. Только тот, кто прославляет Нитьянанду, сможет по-настоящему прославить Господа Чайтанью. В своих комментариях Прабхупад пишет: все, что вы видите в этом бесконечном мире, все, что видимо и невидимо, все является проявлением Вишварупы, старшего брата Гауранги, то есть Нитьянанды. So, Sahasrik Panadhar Prabhu Valaram Jato Ki Kare Prabhu Shakal Uddham, whatever effort of seva, whatever enthusiastic mood, усилия в служении, энтузиазм, который проявлял Баладжи Махарадж, превосходно. Он постоянно стремится служить Бхагавану. У него нет другой цели в жизни. There is no in the life of Balaji Maharaj Nityananda
Единственная цель у Баладжи Махараджи Нидьянанды — доставить удовлетворение, удовлетворить Бхагавана Шри Кришну. Нет другой цели. Хоть будь он в форме Лакшмана, Баларама, это не важно. Цель одна. Нитьянанда женился, но это тоже одно из... Это служение, совершенное служение Нитьянанды, для того, чтобы порадовать Гаурангу Махапрабху. Никаких корыстных желаний не стояло за этим. Также он принял Авадхут Саньясу. А вот Худ Саньяси действует независимо от правил и предписаний. Он, а вот Худ Саньяси может носить голубую одежду, но в действительности запрещено для преданных, особенно для отреченных, носить голубой цвет одежды, поскольку голубой цвет — олицетворение бесконечности. Только Баладжи Махарадж может носить синие одежды. Но Матаджи можно носить синюю, голубую одежду. В шастрах сказано, что однажды, когда Баладжи Махарадж совершал человекоподобную лилу, с неба раздался голос, который сказал, что сейчас ты на самом деле Баладжи Махарадж. Ему были вручены голубые одежды. За цветом, за шафрановым цветом стоит определенный смысл. Итак, Авадхута за пределами правил и предписаний. Никто не может заставить их следовать правилам и предписаниям. Они просто слушают свое сердце, которое постоянно плачет по Кришне. Правила и предписания — это своего рода оковы для них. Если я какие-то ограничения наложу в соответствии с шастрами на Мадхавендра Парипада, это глупость на Гуркишвардас Бабджи Махараджу. Это глупости. Для них правила предписания — это препятствие, поскольку они находятся под контролем непрерывной любви к Господу. Глупо говорить им, что нужно посещать арати, нужно повторять определенное количество святых имен на четках. Что бы ни делал Баладжи Махарадж, Нитьянанда, все направлено на то, чтобы доставить удовольствие Кришне или Господу Чайтанья. Итак, Вриндаван Дас Такур продолжает прославлять Нитьянанду. Если мы, будучи простыми людьми, взглянем на Баладева и Нитьянанду, мы поймем, что они не принадлежат к этому миру. Аджана Ламбита Буржоу. Взгляните на эту картину. Здесь изображен Гауранга, который
собирается обнять больного лепрой Васудева Випру. Посмотрите, там Махапрабху в два раза выше, чем Васудева Випра, изображен на картине. Таким высоким был Махапрабху в действительности. Его тело было огромным. Пракханда Шарир. Чайтанна Чандрир Джашаматта Махадхир. I mean, Vrindavan Das Thakur Mahasaya wanted to say that always Nityananda Prabhu as if taking some wine. Follow. Like one man taking wine is... Vrindavan Das Thakur говорит, что Нитьянанда Прабху был подобен пьяному человеку. Он постоянно пил нектар бхакти Гауранги, любви Гауранги, поэтому он был одурманен амритой. Гауранга бхакти. Если на него посмотреть, то он, можно было подумать, что он сумасшедший. Он то плакал, то смеялся. Об этом говорится в ставе, посвященной Нитьянанде. Порой он подпрыгивал, порой смеялся, хохотал, как сумасшедший. Она... День явления Махапрабху. Hey, why you are not worshiping? Go. Then Mahaprabhu laughing. Hey, Nityananda laughing and going there. Give flower to Vyasadeva. Give garland to Vyasadeva. На Вьясапуджу Нитьянанде сказали поклоняться Вьясе. Мы сказали, предлагаем ему поклоны Вьясадеве. А он взял и поместил гирлянду на шею Чайтанья Махапрабху. Смеялся, как сумасшедший при этом. Итак, поведение Нитьянанды очень сложно понять. Но если мы совершим малейшую ошибку, Гауранга никогда не простит нас. Он сам говорит, что зависть или нечто другое негативное, что может испытывать человек по отношению к Нитьянанде, никогда не простит Господь Чайтанья. Итак, его тело было огромным, гигантским. И он всегда был словно пьяный. Пил гора раса и был как сумасшедший. Вриндаван Дас Такур Махашая говорит, что у Гауранги не было никого дороже Нитьянанды. Тем самым Бриндаван Дас Такур указывает на то, что Нитьянанда и Гауранга едины, что они не отличны. Нитьянанда постоянно прославлял Гаурангу. Постоянно.
безостановочно. Махадхир. Не так просто понять эти строки. Здесь сказано Махадхир. Дхир означает полностью сосредоточенный. То есть, когда наш ум сосредоточится на лотосных стопах Гуру и Вайшнавов, тогда ничто не сможет отвлечь его. То есть, когда ум сосредоточен, беспокойства ума не будет. Дхира означает отсутствие беспокойств, сомнений и так далее. И тут говорится Махадхира. Вриндаван Дас Такур называет его, называет Нитянанду Махадхира, обладающий несравненным покоем, покоем ума, спокойствием ума. Вриндаван Дас Такур Махашай говорит, что он, кто стремится слушать о славе тот, кто стремится услышать о славе Нитьянанды, о его играх, о его поведении, обретет самого Господа Чайтанью. Сам Господь Чайтанья вручит себя такому человеку. Тот, кто постоянно стремится слушать о славе Нитьянанды. И не будет у такого человека препятствий на его пути. Чайтанья Махапрабху всегда будет помогать ему. Итак, не будет у вас проблем в жизни, если будете памятовать о славе Нитьянанды. Если кто-то слушает славу Нитьянанды или прославляет его сам, Шри Кришна Чайтанья вручает ему самого себя. И в этих строках также содержится указание. Поскольку Господь Чайтанья принес сюда, чтобы раздать гопи прему, пришел сюда, чтобы даровать гопи прему. Приняв саньясу, Шри Кришна Чайтанья, то есть парам сахая. То есть имеется в виду, что тот, кто постоянно прославляет Господа Нитьянанда и слушает славу о нем, обретет гопи-пхаву, гопи-прему,
от Господа Чайтанья. Прежде чем завершить, я хочу объяснить эти строки. Лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху. И пчелы, которые окружают их, то есть если есть лотос, то есть и пчелы. Пчелы, которые окружают его стопы, которые и стремятся собрать нектар с лотосных стоп Гауранги. Один из таких великих преданных, если вы примете прибежище хотя бы одной такой пчелы, хотя бы одного такого вайшнава, который пьет нектар лотосных стоп Чайтанья Махапрабху, достигнет успеха. Как собака Чайтанья Махапрабху, собака преданного. Даже собака может вдохнуть прекрасный аромат лотосных стоп Чайтанья Махапрабху. Даже если собака заслуживает это, то что говорить о людях, что говорить о человеке? Это не какая-то история. Когда пропала собака Шивананда Сены, до этого он ежедневно кормил ее, но ее забыли покормить в один из дней. И Шивананда отказался принимать прасад. Даже мой Гурупад Падма в Калне, когда он жил в Калне, первоначально он жил там в съемном доме, затем он уже начал жить в Ананта Васудеве, в храме Ананта Васудева. И он ежедневно кормил собак. Представляете, насколько удачливы эти собаки? Что такой великий спутник Прабхупады кормил их. Так вот, Шивананда отказался принимать прасад, поскольку его собака не была накормлена. Собака пропала. Когда преданные дошли до Нилачаладхамы, они прежде всего пришли поклониться Господу Чайтанье. Не Джаганнатху напрямую, а вначале Господу Чайтанье. Они увидели там... Махапрабху преподнес урок с Рамам Бхаттачарья. Ты уже поклонился Джаганнатху? Те сказали, нет, мы... То есть Махапрабху ругал с Рамам Бхаттачарья. То есть даже с Рамам Бхаттачарья вначале предлагал поклоны Господу Чайтанье. Я почувствовал желание сердца, говорит он, прийти и предложить поклоны вначале тебе, а уже затем получить даршан Джаганнатха. Итак, когда все преданные пришли к Махапрабху, пришли в Гамбиру, они увидели, что Махапрабху сидит на камне. И кормит кокосом эту самую собаку. И при этом говорит «Харе Кришна». А собака тянется, ловит этот кокос и стремится тоже повторить «Харе Кришна». Шивананда, увидев эту картину, был поражен. Как это возможно, что собака сама пришла сюда? Проделала такое огромное расстояние. Нет, это не собака, это преданный, это великий преданный, который принял форму собаки. Шивананда расплакался. Он был поражен, насколько удачлива эта собака,
она получила прасад от самого Прабху, и сам Прабху произнес харинам для нее. Вы хотя бы во сне можете себе, ну, то есть вам даже присниться, наверное, такое не может, что Махапрабху учит вас повторять святое имя. Эта собака так удачлива, мы должны взять пыль с ее лотосных стоп. Итак, на этом я хочу остановиться.